Всем привет и сразу вам утренний подарок от перца. Перец, привет и спасибо тебе за хорошее настроение. Смотрим предложенный тобой ролик. Фигурные, мощненько стоп сценарии, будем слушать R&B. Не буду горевать, буду танцевать. На самом деле это очень старая озвучка, но согласитесь, утром как нельзя лучше поднимает настроение. Была бы ты со мной, если б не эта машина, если б не клипы и рекордные продажи альбома. Если б я был не Тимати, а просто Вася, жил бы с мамой и учился бы в 11 классе. Маленький ролик сейчас будем смотреть мы. Я как Йода. Бедного котенка аж снесло. Это каким ртом надо было так чихать? Третий ролик называется «Провокатор». Вот уж действительно провокатор. Ну все, надеюсь, ваши улыбки стали еще шире, а ваше настроение еще лучше. Рубрика «С ним уже такое» подошла к своему логическому завершению. С вами был Александр Марченко. Будьте счастливы. И заходите на сайт portamur.ru хотя бы для того, чтобы выиграть до 3000 рублей. Подробности читайте на сайте. Апельсиновое утро. Пока-пока.